Чисти хорошенько. Держи. Ты такая маленькая. Хватит тебе, она остренькая. Паста. Да-да-да. Зато хорошо все чистит. Давай. Пока волосики тебе сделаем красивенькие. Всем привет! Сегодня последний день, мы здесь, и погода идеальна для купания. Весь день сегодня проведем на пляже, я даже монтировать не буду. Сегодня на пляже, в бассейне, да, Климоч? Климка, правда, наорался, наелся мороженого и весь охрен. Мама даже постель убрала. Вот, это мама тут спит. Че, как тебе спится на диване, за тебя люди переживают? Нормально. Кто за меня переживает? Нормально. Очень даже спокойно. Вообще не хочу домой. И Клим вчера плакал, не хотел домой. Он так хорошо с девочками играет. Клим, по садику скучаешь? Да. Нет, не скучаю. А по кому скучаешь? Домой хочешь? По Зойке и Изи. Тимой, зайчонок. Климась, давай теплое молочко пей обязательно. Понял меня? Видишь, нету звука. Клим смотрит любимого Альберта. Я себе здесь тостов надела. Представляешь, сгорели тосты. Ну вот. Кофе наш вкусный. А вот такой сыр я что-то не нашла в этот раз. Надо косыночку надеть. Я как старая бабка. Ну, сына, ты хорошенький. Я как старая бабка. Нет, нельзя так говорить. Бабки тоже люди. И тоже хотят быть красивыми и любимыми. Ты на пирата похож. Я же тебе по-пацански завязала, а не по-девчачьи. Я же тебе не как Аленушке завязала. Ну, и уши не обгорят. Посмотри в камеру, спроси, дети, вот так как? Нормально мне? Ребят, скажи. Ну, ты красивый. Очень. Самый красивый. А я буду вот в этой шляпе, нормально? Угу. Домик. Иди в зеркальце, посмотри, какой ты хорошенький. Мы при полном параде, последний день на пляже, по-моему, по нам видно. Я Клима так и не уговорила одеть косыночку. Буквально в прошлый раз, когда мы ездили в Турцию, в Египет, я одевала ему косыночку, он слова мне не говорил, а сейчас мама, он уже выбирает. А мы съедем Амину на пляж. И без футболки не хочет ходить. Говорит, все увидят мои сиськи. Клим уже выбирает себе наряды. Косыночку почему снял? Красивую. А? Она не красивая. Давай ручку. Мы первый раз хотим попробовать искупаться в море. Последний денечек. Да? Мам, ну как? Реально? Мама говорит холодная. Ну я хотя бы ноги помочила. Зачем тогда эту дурацкую шляпу надела? Сейчас подержишь камеру? Ну что, ты будешь купаться? Мне кажется, я нет. А что? Просто ножки мочить? Я купаться тоже не буду, если она холодная. А-а-а, нет, я не хочу купаться. Давай ножками только стоять. Я не буду купаться и брызгать тоже не буду. Обещаю. Давай. Будем дырочку делать, да? Алик, куда пошел? Ну как, решилась? О, баба окунулась. Аллилуйя. Мы сделали это. Кто-то хоть из нас искупался. Смотри, мы пошли искать Амину, да? У тебя зрение хорошее, давай ты высматривай, то я не увижу. А, слушай, у меня же есть телефон, давай напишем. Ага. Настоящая медуза, но она маленькая. Или вообще-то это водоросли, не медуза. Это медуза. Это медуза. Да? Что там? Машинку. Нравится такая? Да. Смотрите, какая у меня машинка. Тут еще пиццу я тебе взяла, вот. Я тоже таких взяла. Не,
Нет, с мясом. Надо вот, только вот с сыром. Это турецкие лепешки. А я у мамы что-нибудь сейчас овощи поем. Клим весь суп съел. Может, тебе еще принести? Не надо. Ему понравилось, что я его хвалю так. Умничка мой. Климу в итоге понравилось в бандане. Он увидел мальчиков других в бандане и согласился носить. Так она утонет. Она же тяжелая. Я ее буду держать. Эй, что это? Боже мой. Последний день. Тихо, 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 тихо. Тима, хорошая. Сына, ты будь поаккуратнее, пожалуйста. Говорит, 3 или 4. У Амины вот цветочек. А почему ты не на ручке, а на лице нарисовала? Как? Любишь? Ну, красиво, тебе очень идет. Сыночка, покажи свое. У тебя пацанский рисунок. У меня тут холостяцкий вечерний ужин. Вот она. Пока мои отдыхают, я тут полностью занялся ремонтом. Да, вот понакупал уже. Кстати, люстру будем менять на кухне. Трубы будем... О, у меня тут бардак. Бардак. Собаки, вы где там, мои хорошие? У меня тут тоже бардак. У меня везде бардак. Ох ты мой сладосик. Мой самый красивый пес. Да, Мака? Он же самый красивый. Давайте быстро уберитесь тут. Вот это все разбросано. Че вы? А? Уберись за собой, Мака. Давай, уберись. Уберись за собой. Идет. У нас тут ремонт полным входом. Вон мы что делаем. Трубы прячем в стену. Это пипец. Мусора. Ну, вон все заклеили. Все завернули. В пленку. Надеемся. Все сохранится, как есть здесь вот. Застелили. Короче, трындец. Ну ничего. Все равно нужно было обои менять. Абсолютно все в пыли. Весь пол. Просто вообще его на камере, конечно же, не видно. Вон. Все в грязи. Все валяется. Здесь не закончили. В общем, кошмар. Время уже почти 10. И я только начинаю сейчас очищать. Не знаю, еще часа, наверное, 3 будут тут точно. Еще завтра целый день. Все, наконец-то я убрался дома. Все вернул на место. Вот такая у нас чистота. Я и собак накупал даже. Тоже чистые. Все чистые. Все чистые. Вот те. И карабуши постирал. Все сделал. Какие-то непонятные, я даже ни разу не пробовала такие штуки. Какая-то колбаса, что ли. Столько чести колбасе. Вот, язык нереально вкусный, это самое вкусное. Это столько выпечки. Я ни разу не пробовала ничегошеньки. Может, сегодня стоит попробовать. Виноград, арбуз сегодня не ахти, какой-то белый. Там еще на улицу рыбу готовят. Там темно, я не стала снимать. В общем, как по заказу, я рыбу очень хотела. Сейчас на танцах с Лерой. Лера так классно танцевала с Климом. Я хотела передать привет своей подружке Лизе Лазовской. Лиза, привет! Клим, а ты не лопнешь? Клим одевает штаны, чтобы заснять, как он нам помогает. Я его пытаюсь уговорить спать, ложиться. Мы уже почти все сложили. Молодец. Поищи, пожалуйста, какой-нибудь пакетик для шампуньки. И знаешь, проверь все ящики. Тут вроде бы нам ничего не нужно. Обувь, смотри, вся на месте. Мы приготовили.
Тут эта баба оденет. Можно закрывать. И вроде бы тут все забрали. А ты что, утром не будешь зубки чистить? Мы же не будем утром обедать. Логично. Ну все, давай, ложись и говори всем пока. Спокойной ночи. Нет. Ты еще дальше будешь помогать? Угу. Ну ладно, мы будем дальше все упаковывать. Всем пока-пока.